фотовыставка о работе столичных пожарных. 220 лет пожарной охране Москвы. Это две станции: Савеловская в Большом кольце и Куковско-Тверяевской линии. Похоже, есть на Воробьевых горах. Даже вживую можно на экспонат посмотреть. Здесь только фотографии. Обе выставки доступны до 13 июня. Ранее Сити, когда это недавно было. Лефортовский тоннель. Самое аварийное место Москвы. Такие свежие, даже то, что в этом году было. Естественно, здесь показаны различные места, и водные, и воздушные, и наземные, и подземные. Лесные пожары, кстати, когда были там в конце лета 2022 года. Даже была гарь, и смог был. Конечно, еще более масштабно было в 2010 году. Блокирующие антициклоны, от которых месяцами нет осадков. Еще в начале 19 века пожарная охрана. Будем ссылаться в работу. Чертаново. Там Рязанская область, да, рядом. Московская область, он тоже конец лета 2022 года. Так, тут еще фотовыставка есть. Хотя, кстати, она до 1 июня должна была быть, но пока доступна.
это хорошо. Космическая Одиссея. Разные города. Их вид из космоса. Автовыставок на бульварах, конечно, очень много. Такая космическая тема. Другой конец Тверского бульвара, уже ближе Большой Никитской улицы. Фотовыставка о роли собак в жизни человека. В прошлом году в Бабушкинском районе открылся крупный кинологический парк для проведения выставочных мероприятий. И 16 июня в рамках проекта «Друг, спасатель, защитник» там пройдет первый чемпионат. Вообще, проекту питомца в Москве уделяется много времени. Тут показаны разные эпохи, даже будет показано время Великой Отечественной войны. Так, космические достижения, вот белка и стрелка. Площадь парка, кстати, достаточно крупная, на целые 33 гектара. Так, что это? Дрифт на песке, короче. Что электросамокаты вон. Первый открытый чемпионат Российской кинологической федерации Кубок столицы. Также соревнования по аджилити. Парке на северо-востоке Москвы следующее воскресенье. Собака, друг человека. Так, сейчас спасатели будут.
также спасают в экстремальных ситуациях. Друг, спасатель, защитник. История безусловной преданности. А и метро — это станция Площадь Революции. Это вот Слободская. Там просто на станции метро Площадь Революции много скульптур. Ага, вот сейчас как раз этот парк-то и покажу. Может, он даже изображен будет. Лосино-Островский район. Площадка для выгула собак увеличилась. Тут сейчас будет фотографии разных районов Москвы. Как эти места выглядели раньше и как сейчас. Парк Ялта, который активно строится в столице, станет одним из крупных парков в Москве. Очень разные районы. Да, и сейчас почти вот все это одинаково и похоже, как видно. Опять западная Дегулина. Кажется, не все. Площадок очень много таких в Москве для выгула собак. А вот Левобережный, который рядом с Химками. Район. Вот еще одна фотовыставка, тоже на Тверском бульваре, Рувики. Новая интернет-энциклопедия, альтернатива Википедии. Вот еще такой тематический поиск я заловил в марте этого года на Сокольнической линии. Самые распространенные вопросы. Еще не все, еще и с другой стороны может быть. Можно узнать много полезной информации.